Суть акции заключается в том, что люди получают георгиевские ленты как символ, в принципе, праздника Победы и прошедшей войны. Фотографируются вместе с ними и размещают в социальных сетях посты с историей того, какой вклад в Победу и, в принципе, как, какова была роль их семьи в годы Великой Отечественной войны. Смысл акции «Георгиевская ленточка» — наверное, воспитать в человеке личное отношение к памяти. Когда это тебя не касается, когда ты воспринимаешь войну как что-то далекое, что-то, что осталось 75 лет назад, это кажется просто красивым слогом. Но когда для тебя война — это твой прадедушка, который погиб где-то под Воронежем, это принимает совершенно уже другой окрас, и человек воспринимает эту историю намного ближе к сердцу. Наверное, для этого и проводится акция, чтобы люди вспомнили, узнали у родственников, у близких.